Ребята из общественного движения «Молодая гвардия» запустили благотворительную акцию к 1 сентября. Что дарит будущим первоклассникам, выясняла наша съемочная группа. Садиться за стол и выходить из-за него Алёше Прокопьеву все сложнее. Эту мебель мальчик перерос. Через пару дней он пойдет в школу, и для учебы ему необходим новый стол и стул. По состоянию здоровья ребенка нам как бы желательно было по рекомендации врачам, чтобы ребенок готовил уроки на таком специальном кресле ортопедическом. Денег на приобретение такого ортопедического кресла не хватает в семье. Цена вопроса – 18 тысяч рублей. Помощь пришла неожиданно. В интернете Октябрина узнала про акцию «Собери ребенка в школу» и оставила заявку. Гости пришли к нам. Здорово, Леша, подарками. Что лежит в коробке, Леша знал уже точно. Кресло. Так нечестно ему подсказали. Подарок мальчик выбирал вместе с мамой. Главное, чтобы ортопедическое кресло хорошо держало спину и поддерживало ноги. Давай. Так, оставили? Что нужно нам сделать? Зафиксировать. Закрутить. Да? Давай, закручиваем. Прокопьевы – третья семья, которой члены общественной организации помогают собраться в школу. Видишь? Опа! Круто! Да, хова! Как тебе сидеться на новом кресле? Отлично. На этом подарки не закончились. Ребята подарили набор канцтоваров. Тетрадки, ручки, краски. Отлично. Пенал годный? Принимается? Адресную помощь «Молодая гвардия» оказывает много лет подряд. Но в этом году создали даже фонд «Добро в действии», чтобы поддержка не была разовой. Работа фонда не заключается только в канцтоварах. Это же большой комплексный подход. И также с этой семьей мы будем продолжать также работать. В помощь, может быть, каких-то возникающих жизненных проблем, да, там, в плане образования ребенка и так далее. Где-то нужна поддержка юридическая, мы тоже будем готовы их консультировать. «Собери ребенка в школу» – одна из акций к 1 сентября. Другая называется «Полки добра». Поучаствовать в ней может каждый. Отдать в дар канцтовары и школьные предметы можно в библиотеках Чебоксар. Татьяна Леонтьева, Андрей Спиридонов, Республика.